Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу снять видео о том, как помочь петуньям, если вот они вытянулись. Вот у меня в этой таблеточке вытянутые петуньи. Я вам сейчас покажу, как я петуньей. Я зубочисткой проделываю дырочку. И как бы в эту дырочку ее туда стаскиваю аккуратненько. Очень аккуратненько это нужно делать, не повреждая стволик. Вот так. Вот еще у меня вытянулась петунья. Она так расти не сможет. Она от своей тяжести сломается. Ее обязательно нужно заглубить. Рядом я делаю дырочку. Зубочистка вот прям до самого основания в торфяной таблетке. И вот так ее. Она еще не очень сильно тут укоренилась. Вот ее туда в глубину зубочисткой. Бывает, утром смотришь, все нормально. Вечером приходишь, а уже некоторые вытянутые. Вот так я делаю, если петунья вытянулась.